сейчас мы еще раз проверяем, еще раз тестируем все, что будет задействовано в рамках нормальной, четкой, отлаженной логистики работы во время Олимпийских и прежде всего Паралимпийских. Закуплено и работает в городе Сочи на олимпийских объектах 28 микроавтобусов для лиц с особыми требованиями. Всего транспортное обслуживание будет обеспечивать 963 больших автобуса, из них 327, то есть более трети, будут оборудованы специальными местами и всеми необходимыми техническими требованиями соответствовать для спортсменов, для паралимпийцев, для людей с особыми требованиями. Есть возможность заезда машин прямо непосредственно ко входу. И внутри уже максимально снижены все барьеры, чтобы человек мог заезжать без препятствий. Можно только мечтать, в нормальном смысле этого слова. Все достойно, все серьезно. Понравилось, начиная, скажем так, с лифта нижнего, подъем. Тротуарная плитка выложена, вот очень обратил на нее внимание перед въездом с такими наклонами. То есть все основательно, все впечатляет. То есть, конечно, картина потрясающая. Многие, кто сюда попадет, конечно, откроют для себя в жизни новые горизонты и пути совершенствования дальше, чего можно достичь. То есть все достойно, все много. Паралимпийским комитетом. Все, что было удобно. Не только.